На 2 дня Калязин стал центром народного творчества молодежи. Здесь прошел 11-й фестиваль традиционного народного творчества. Показать свои таланты приехали артисты из 6 регионов России. Выступление оценивало профессиональное жюри. Подробности далее. На протяжении 2 дней талантливые участники молодежных самодеятельных коллективов из Московской, Ярославской, Ивановской, Тульской, Калужской и Тверской областей дарили зрителям свое искусство. На торжественном открытии всех участников приветствовал глава Калязинского района Константин Ильин. Дорогие участники фестиваля народного творчества, молодежи, самодеятельных коллективов Центрального федерального округа, их руководители, калязинцы, гости, всех приветствую на 11-м фестивале. Очень рад, что традиция заложена в 2009 году продолжается. Яркие костюмы и образы, грациозность девушек и сила юношей – все это было представлено в творческих номерах. Участники фестиваля – ансамбли народной песни, музыки и танца, фольклорные коллективы и солисты. Умеем мы играть на всех инструментах, которые у нас были раньше. Бутун. Вот это дождевая палочка, которая сделана всего лишь из борщевика, который растет у нас везде. Правда, он сейчас ядовитый, но наступит осень – он станет сухой, и мы можем его спокойно срезать, насыпать туда рис, пшено, и он вот так заиграет. Ну, там есть еще маленькая хитрость. Мастерство участников оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты народного творчества из Тверской области и Москвы. Любых подобных мероприятий главная его цель – сберечь культурное богатство, оставленное предками, привлечь к нему внимание других людей, в том числе тех, кто ранее никогда не интересовался народным творчеством. Поддержку в организации фестиваля оказывает Российский дом народного творчества имени Поленова. Я очень надеюсь, что фестиваль будет жить, будут сюда приезжать и артисты, и гости, туристы, чтобы все-все процветало и в Калязине, в Тверской области, и в нашей замечательной Российской Федерации. В этом году решением жюри гран-при фестиваля присудили народному самодеятельному коллективу «Чайка» из Ярославля. Завершающим аккордом фестиваля стала песня о России в исполнении народного коллектива «Волжанка» Калязинского районного Дома культуры.